матч со счетом 1-4. Вот удаление. И такой момент неприятный. Вот по-настоящему такой грязный пол. Ага, пошли. Здесь уже 5 минут, мне кажется. Наработали ребята на 5 минут, по-честному. Как раз Трофимову достается. Здорово так досталось Трофимову. От Глеба Бондаренко. От капитана сахалинских акул. Прилично так, на самом деле, поколотил Глеб своего соперника. Ну, давайте посмотрим. Бондаренко уже 20 лет. Сколько лет Трофимову? Трофимов помоложе, на год с лишним. Отчаянный парень. Ему только в конце августа исполнится 19. Тут, конечно, жестковато, видите, совсем-совсем так жестковато.